Чья забрала? Вадим Левашов. Можно далеко не буду уходить? Уходи. Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая заря моя, вечерняя любовь неугасимая. Иду я вдоль по улице, а в небе месяц светится. А в небе месяц светится, чтобы нам с тобой встретиться. Еще косою острою в полях трава не скошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена. Еще не скоро молодость да с нами распрощается. Любишь, покуда любится, встречай, пока встречается. Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая, заря моя вечерняя, любовь неугасимая. Мой диалог. Григорий Донской. Жарко. Пассажиры, перейдя на палубе, дама хорошенькая в купальнике белый горошек говорила о философии с незадачливым моряком. Будь ангелом, будь ангелом, юный моряк. Будь ангелом, будь ангелом, юный моряк. Губки надув розовые, дама читала Спинозу. Вытирая пот бескозыркой, моряк наконец сказал «да». Но тут из коробки картонной дама достала Платона и молвила «Платос Форева». Что значило навсегда? Будь ангелом, будь ангелом, юный моряк. Будь ангелом, юный моряк. Ближе, говорила в защиту Ницше, беря бедного юношу грудью на абордаж. И молвила, выпив кофе, любовь лучше, чем философия, рождая тем самым у публики нездоровый ажиотаж. Будь ангелом, юный моряк. Будь ангелом, юный моряк. Бедный мальчик, уютный и глупый, он глядел на красивые губы, на не самую юную в мире. Но довольно упругую грудь, что Конфуций ему, что Корнелий, что Плутарх, что Марк Аврелий. Эти канты, конты и кенты, сплошная зеленая муть. Будь ангелом, юный моряк. Будь ангелом, стань умненьким, и все будет ништяк. Когда море объял вечер, положив ему руки на плечи, она сказала: «Сократ мой, ты мой, от меня не уйдешь». А Сократ подумал: «Вот бедствие, ведь могут быть и последствия». С другой стороны, против такой философии не попрешь. Будь ангелом, юный моряк. Будь ангелом, юный Сократ. Будь ангелом, будь ангелом, будь ангелом.
была июня моя. Будь ангелом, будь ангелом, будь ангелом. Ксения Панасова завершает наш большой праздничный концерт.